Кого из нас, сидящих в этом зале, за серебро монет друг продавал? Кого из нас через полк солдатский гнали, на чьей спиною римский бич взлетал? Кого из нас влекли на суд неправый, кому писали смертный приговор? Кто взят был вместо узника Варавы, на чьих плечах лежал чужой позор? Кто был, как раб, унижен и оплеван, и чей был так обеззаражен лик? Кому для казни крест был уготован? Да будет распят, кто слышал крик. Кому из нас знаком терновник жгучий, дотронешься, и боль пронзит тот час? Сплетали из него венок колючий и возлагали на кого из нас? Над кем толпа жестокая смеялась? Кому, словно царю, вручали трость и били ею, свежих ран касаясь? В чье тело за гвоздем впивался гвоздь? Кто одиноким был в часы мучения, и оставлял ли Бог кого из нас? Кто умирал, чтоб людям дать спасенье? И кто страданий чашу пил до дна? Нет, на кресте не мы терпели муки, не наша кровь стекала до земли, не наши были распростерты руки, не мы проклятие на себе несли. Но жизнью всей мы это заслужили, а наказанье нес Иисус один, безгрешный, за грехи страдал чужие, Сын человеческий и Божий Сын. И да простит нам Бог, что в днях суровых мы иногда не смотрим на Христа, не вспоминаем о венце терновом и не спешим к подножию креста. Мы от пролитых слез изнемогаем, сгибаемся от горя и борьбы, и мечемся, и день за днем стенаем, и просим для себя иной судьбы. А нужно возвратиться в древний город и улочками узкими бежать, и вместе со Христом идти на гору, и с Ним голгофским воздухом дышать, и видеть обогренное распятие, мочащие уста, последний взгляд, чело в крови, запекшиеся пряди того, кто был ни в чем не виноват. Мы часто перед Богом виноваты, никто не скажет, что Он чист и прав. И если помним о Христе распятом, то нам ли не вкушать от горьких трав? И по каким бы мы ни шли дорогам, к нам милосердна Господа любовь. Да, мы страдаем, но совсем немного, и после туч сияет солнце вновь. И дай Господь, чтоб на тропинке узкой перед глазами нашими была не собственная боль, а боль Иисуса и та вина, что на него легла. Аминь.